Друзья, привет! Вы на канале Энциклопедии игр, и с вами я, Александр. Продолжаем играть в игру Stickman One Level. 21 уровень, не проходи мимо! Друзья, знаете, какую я тут песенку поняла? Я бы даже сказала, рэп сочинила. Да? Да. Диана пишет рэпчик, будущий рэп. О, не проходи мимо, а как так он открылся-то? 22 уровень, за тобой уже выехали. Ай, капец. Вот такой уровень у меня было во второй части. Капец, быстрее. Я его не могла пройти. Смотри. Он быстро очень бежал. Сложно, да? 23 уровень, возьми себя в руки. Эй, нормально. Ты что не двигаешься? Взял себя, может, надо как-то взять его. А, во, взять его в руки. Надо просто пальцем на него нажать. 24-й, лови момент. Ой. Вот это лови момент. Ну и как нам сделать прыжок? Смотри, надо только что так. Вот эта машинка. А может она как-то... Нет. Вот эта машинка у нас сейчас пробежала. Ты видел, как... А, смотри, во, лови момент. Вот это у нас машинка, да? Вот это машина. Так, наверное, ай, блин, надо, кажется, запрыгнуть. Ой. Кто не приносил эту машину? Тогда он тебе зашипал, я не чувствую. Да, так, прыгаем здесь. Лови момент. Вау, супер, друзья. Сейчас он в дверь как полетит. Полетел. Полетел в дверь. Капец. Так, прыгаем. И сейчас в дверь полетит, как полетел. Опс. Ой, фу, осторожно. Так, ждем до конца. Осторожненько. В дверь. Бумс. 25 уровень, а ларчик просто открывался. Так, в чем подвох? Просто нажать? Да! Просто нажать, а даже ключ. А давайте попробуем ключик с вами взять. Давайте. Что будет? Оп, ничего нет. Поэтому нажимаем на замок, и он открылся. 26 уровень, в тебе есть скрытый талант. И правда, в ней есть скрытый талант. Да. А, смотри. Во, да. Надо пальцем на него двигать, и получается он будет прыгать, потому что кнопка прыжка не работает. Друзья, вы знаете мой скрытый талант? Я обожаю петь. Это мой скрытый талант. Скрытый талант. Прыгай. Вообще он не скрытый. Я может показываю там кому-то. Опс. Все, прошли, Диан. 27 уровень. Вот это тебя плющит. Вот это плющит. Смотрите его. Он вообще мелкий стал. Быстрее убегаем. Здесь слишком шумно. Чё здесь шумного? Не вижу ничего шумного. Чё нам сделать? Ой, это было тоже что-то, походу. Ты нажимал тут в окно? Нет. И там был, выскочила какая-то розовая. Так, а чё за шумно? Может, паук? Здесь слишком шумно. В чём тут подвох? Непонятно. Ну блин. Ну начинается, да? Начинается. Здесь слишком шумно. Может, хоть сюда надо идти? Нет? Так. Здесь слишком шумно. А если мы не будем ключик брать? Просто побежим. Нет. Давайте возьмем. Может, вот здесь где-нибудь? Здесь слишком шумно. Так, да, давайте подумаем. Здесь слишком шумно. Мы взяли ключ. И мы взяли ничего. И все, и больше ничего. А, здесь можешь музыку выключить. Точно! Офигеть! Прикиньте, друзья. Ой. Ой, а зачем ты? Короче, звук выключаешь и проходишь. Офигеть. Будь настойчивей, толкай сильнее.
Так. Кого толкать сильнее? Не знаю, может, дверь толкать сильнее вот так. Точно. Ну, это вообще капец. А что, если наклонить? Кого нам наклонить? Может, ключ? Ключ наклонить. Я знаю. А что, если ключ наклонить? А как мы его наклоним? Перевернуть. Телефон. А, телефон. О, это опять, короче, этот. Смотрите, друзья. А, только не человечек, а ключ. Да, теперь у нас не стикман, а ключик летает. Телефон мы наклоняем. Дверь сейчас облетит. Бумс. Все. Он прям в замок. Прям в замок. Супер. Друзья, ну если вам понравилось это видео, поставьте обязательно лайк, подпишитесь на наш канал. До скорой встречи. Увидимся в 31 уровне. Пока.